так демонтируется УДшка, которая прострелена гвоздями GX120. Вот это гвозди были 32-е и УДшка с резинкой. Звукоизоляционной лентой, то есть она неплотно прилегала. Ответ на вопрос: крепко держит. Если дюбель 6х40 можно просто взять и вытащить, то это, блин, выбить невозможно. Бля, ты посмотри. О, есть, один вырвал. Смотри, дюбель остался так. Смотри, металл прорвал, вот дюбель остался в стене. Как его вытащить? Его забить только, наверное, надо. Ага, вот так. Это вообще капец. О, сейчас. Ага, хрена. Аккуратно, руки не порежь. Да. Опа, есть. Да, все гвозди остаются, смотри. На этом. А ну нафиг, блядь, это вообще. Говорят, гвозди плохо держат. Ну-ну. Смотри, все остаются в этом. Хотя бы один было вытащить, чтобы посмотреть. Да. Не. Вот так. О. Вот. Это кирпичная стена отштукатуренная. Если это все демонтировали с сохранением материала, все то же самое стало на обратно, то после гвоздей каждый надо вот так выбивать. Это вообще... Ну нафиг. О, о, вырвал. Это просто пипец какой-то. Да. Есть. Как впечатление? Так капец, можно идти домой. Эти гвозди сделали мой день.